Рядченко Николай Федорович, ветеран Великой Отечественной войны. Родился в 1926 году в селе Покровка Зиминского района Иркутской области. Воевал на Первом Белорусском фронте в 39-й гвардейской мотострелковой, дважды краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы, орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за победу над Германией и за освобождение Белоруссии. Первый бой уже, когда 18 июля 44 года с этого плацдарма был прорыв от города Ковеля, мы стояли левее Варшавы. Вот пошли в наступление, форсировали Бух и вступили в Люблин. Вот в Люблине мы уже там освобождали, ну, каждый квартал. Ну, мы двое суток освобождали Люблин. А на завтра шагом марш колонной уже пошла техника, танки, мотопехота, а мы пехота топали. Вот потом с Люблина и шли мы, сопротивление до Вислы почти что не было. Вот Вислу уже мы форсировали. Нам подфартило, пошел дождь. Целый день дождь, авиации не было. А до этого мы подходили в солнечный день, бомбили все. Вот за Люблин эту грамоту дали первую, ага. А второй за Познань дали. Там мы много стояли. Познань была окружена, большой гарнизон, форта подземельные. И целый месяц бои освобождали мы Познань. Это в Познане уже тоже вот так дом, ворвали всю дом. Но мы там двух взяли немцев. Одного-то ранили, а второй здоровый. Его на плечи и купил, понес. Генеральский костюм немецкий висел там. И вот однажды во второй линии обороны мы стояли. С Познани, когда вышли на плацдарм. Ну, командир взвода говорит, будет, это, комиссия будет ходить, проверять. Оборону. Потом идет колонна. А и шел командир дивизии. Впереди высокий такой, стройный дядька. Я маленький был. Ну, докладывать надо обязательно. Я командиром отделения был уже поставлен. Я ему отрубил так четко, я даже без запинки. Те сзади стоят, удивляются. Вот сибиряк, настоящий сибиряк, говорит. Ну, он подошел, почему не говоришь гвардия? Ты не гвардеец? Никак нет, я говорю, гвардеец. Да я говорю, в докладах, как говорится, не участвовал, не докладывал никогда никому. Как-то не в привычку. Надо докладывать. Вот подошел, все, посмотрел, обстрел. Был прорыв Содовского плацдарма 16 апреля 45 года. Вот 16-го, а меня ранило 19-го. Пошли в наступление, это ночью мы окопались на высотке. А потом встать в атаку. Нет подготовки, ничего. Ну, тут две линии прошли, вот эту третью. Только прорвали, местность открыта. А у нас фланг открытый был. Я флангом, с левого фланга был, отделение мое. А там обороны нет. Перед нами немцы выскакивают, убегают. Ну, огонь ведешь по им. А он слева с пулемета вдоль цепи пошел. Я смотрю, пули шел до меня в землю, только земля кверху. Вперед! Бегом! Только шагнул ногой две пули. Под колено, выше колена перелом. Я так и упал на носок.